Привет, друзья. Что такое просветление, знаете? Ну, это же понять, что бы такое, вот, что такое высокое сознание, самое высокое сознание человека. Ну, я что же был дураком таким? Ну, пока понял. Ну, я понял только тогда, когда я вот уже стал таким старым, больным, неловким, и когда я просыпался и думал, ой, какое счастье, глаза открыл, жизнь. Могу жить, могу еще творить. Да, вот это чувство, осознание счастья самого факта жизни. Да, потому что много философов, много дискуссий, в чем смысл жизни человека, в чем смысл вообще возникновения людей во Вселенной. Много споров. А если отбросить все эти дискуссии, оставить только то, что, ну, к примеру, ну, возникла жизнь. Ну, это же, как Эйнштейн как-то говорил, бросить кости, ну, не помню, что он там по этому поводу говорил, можете сами посмотреть, если кому интересно, это очень интересно. И вот по каким-то законам, которые мы не все еще знаем, получилось так, что у нас есть жизнь. Но это же такой подарок. Такой подарок, и вот этот подарок, мы когда совсем юные и молодые, мы же не задумываемся, что сам факт жизни – это радость, это счастье. Осознания этого у нас нет. Поэтому мы радуемся и бываем счастливыми по каждому поводу, когда нам приятно, например, подарок получили или праздник какой-то. Желание какое-то осуществилось. Вот тогда мы рады. И мы очень зависим тогда, и наша судьба очень зависит от этих подарков. А тут вдруг приходит осознание радости самого момента, самого факта жизни. Вот это осознание и есть высокое сознание, это и есть просветление. И тогда ты уже не зависишь ни от каких других подарков, и поэтому твоя судьба уже ни от чего другого не зависит, кроме от твоего природного предназначения, которое начинает реализовываться, потому что зависишь только от себя. Как интересно, правда? Что такое просветление? Да до меня, дурака, только дошло недавно. А до вас дошло уже, друзья, что счастье этого сознания самого факта жизни, что чувство жизни, само чувство жизни, это и есть счастье. И вот когда это осознаешь, тогда это и просветление. К сожалению, ко мне это прошло 69 лет. Когда к вам пришло, я не знаю, может быть, с самого рождения, дай Бог. Иначе вы будете всю жизнь счастливы, самодостаточны и будете реализовывать только свое предназначение, независимо ни от каких подарков, потому что дар, который вам дала природа, уже есть, берегите его. До встречи.